Как немощна плоть и как трудно бороться с грехом. Как много соблазнов, ведущих дорогой не той. Но сделай своим меня, Господи, учеником, орудием замысла быть Твоего удостой. Вносил, чтоб любовь я туда, где лишь злоба живет, чтоб где обижают, я великодушно прощал. И правда, чтоб ложным стыдом не сковала мне рот, и чтоб где раздоры я мирно всех соединил. Чтоб там, где сомненье, я веру воздвигнуть сумел. Отчаянье где, чтобы мог я надежду вселить. Вносил, чтобы свет я туда, где страдают во тьме. И горе живет где, чтоб радость я мог пробудить. Благословению правящего архиерея, архиепископа Пинского и Луненецкого Стефана 3 марта 2006 года в городе Лунинце был образован приход в честь иконы Божьей Матери взыскания погибших. 31 августа того же года настоятелем этого прихода был назначен иерей Сергий Крышталь. А 26 июля 2007 года, в день святого Архангела Гавриила, была произведена закладка первого камня будущего храма. Наш приход, он миссионерски ориентирован, потому что, как один из старцев сказал мне когда-то, что толку, если мы настроим храм, а в них некому будет ходить. Поэтому задача нашего прихода состоит в том, чтобы донести Слово Божие человеку. Мы пришли вот в этот храм. Ну, те первые шаги, которые мы делали сюда, и когда мы видели вот начало этого строительства, я считаю, что оно осталось у всех в памяти, как самые счастливые времена, потому что ну, это впечатление незабываемое. Когда пол, когда мы стоим на песке, свечи стоят в ящиках в песке, света электрического нет, и вот при свечах идет вот богослужение. Ну, это было такое счастье великое. У батюшки восторженный голос. Ну, это такое впечатление, что на небесах служба проходила, понимаете? И вот доходишь до моста, и кажется, что тебя ангелы под руки и несут тебя в этот храм. Это только было радости. Февраля 2013 года с благословения архиепископа Стефана прошло освящение храма иконы Божьей Матери взыскания погибших. Являются мемориальным памятником, посвященным всем воинам, погибшим в Первой и Второй мировых войнах, воинам-интернационалистам и всем людям, отдавшим жизнь свою за правду.
всегда открыт для людей. Каждый может прийти и помолиться, пообщаться со священником. При храме создано братство, задача которого входит оказание социальной помощи нуждающимся, посещение больных, работа с детьми в приютах, организация утренников и приходских праздников. Я очень часто говорю, что я учусь нравственному совершенствованию от своих прихожан. Безусловно, есть среди прихожан люди, которые даже могут своим поведением научить многим истинам самого даже священника. Вот почему вот приход, он всегда мыслился в древней традиции как община. Когда вот священник – это такой же человек, как и все прихожане, просто он где-то больше получил богословское какое-то образование, духовное воспитание. Ну, не всегда богословское и духовное воспитание человека делает святым. Человека святым делает его поступки, его отношение к другим людям. И здесь хотелось бы вспомнить слова преподобного Силуана Афонского. Христианство – это не система и не концепция каких-то философских и богословских построений. Христианство – это образ жизни. И естественно, что тот человек, который много рассуждает о Боге, но не живет по этим рассуждениям, он становится лицемером. А как мы знаем из Священного Писания, Господь наш Иисус Христос жестко осуждал лицемеров, тех людей, которые говорят одно, а делают совсем другое. Для Бога очень важно, как человек воплощает Евангелие в своей повседневной жизни. И, безусловно, были те люди и есть те люди, которые своим жизненным примером являют свет Христова учения. Иерей Сергей Крышталь, настоятель храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших», человек в Лунинце известный. И не только потому, что с нуля построил храм. Он проповедует Слово Божье своей жизнью. Не жалея личного времени и душевных сил, отец Сергий ведет огромную духовно-просветительскую воспитательскую деятельность среди людей нашего города и прежде всего подрастающего поколения. Уже более 10 лет действует воскресная школа с тремя возрастными группами. Школу для взрослых ведет сам отец Сергий. И теперь это уже популярный информационно-просветительский центр. Вот уже 7-й год проводятся свято-андреевские православные педагогические чтения, духовно-нравственное воспитание молодежи через сотрудничество учреждения образования и православной церкви. И теперь даже на международном уровне с участием настоятелей приходов России, Украины, Сербии. При поддержке отца Сергия ежегодно проводится литературно-кровическая конференция и фестиваль духовной музыки. У отца Сергия впереди еще много благородных дел и планов на благо нашего края. Лунинчане счастливы, что для отца Сергия, коренного пинчанина, наш край стал второй родиной. И несмотря на молодые годы, его имя уже по праву вписано золотыми буквами в славную историю нашего края. Когда-то про человека говорили, что он храм. Теперь уважение поменьше, но все равно надо строить храм, пусть маленький, но свой, храм души своей, и твердо знать,
кому поклоняться и у какого алтаря стоять. О Господи Боже мой, дай мне терпенья и сил, и чтоб не меня понимали, а я понимал. Пускай не меня бы любили, а я бы любил, и чтоб не меня утешали, а я утешал. Лишь кто отдает бескорыстно, получит сполна. Себя забывающий память других обретет. Простится тому, кто прощает во все времена. И кто умирает, проснется для вечности тот.